доброе утро. Сегодня блог веду я. Иду на работу немножко, ну не то чтобы опаздываю, я должна была выйти 2 минутки назад. И только сейчас собираюсь выходить, вот складываю себе обед. И быстренько иду одеваться, обуваться и выхожу на остановочку. Погода сегодня вроде солнечная, но я все-таки, наверное, надену пальто. Я в прошлые дни тоже надевала пальто, Никита одевал куртку. Как бы вроде бы тепло, но по мне лучше, конечно, пальто надеть и просто не застегивать. Вот. Сегодня среда, середина недели. Я не знаю почему, но я так считаю эти дни. Почему мне так быстро проходят выходные и так медленно идут будние дни? Ну ничего, сегодня отработать, и получается завтра четверг, и четверг это уже фигня, в четверг надо встать, выйти, и можно сказать, что осталось отработать в пятницу. Самое сложное это встать. Вот, когда ты уже на работе, то уже что ты сделаешь, ты уже ничего не сделаешь, уже сиди и работай. Вот, а самое сложное это проснуться, встать, собраться, а так не хочется. Вот, ну ничего. Все, я сейчас быстренько выбегаю, надеюсь на автобус не опоздаю. Хотя он, блин, он вчера опоздал, блин, на где-то 7 минут, и было время уже следующего автобуса, и приехал только этот первый, а следующий тоже опоздал, короче. Пробки, пробки, все, выбегаем, ничего, главное не забыть, телефон, камера, маска у меня в сумке, можно ходить без масок, сейчас надо закрыть дверь, и все. Бегу на остановку. 51 минута. В принципе, нормально. Обычно автобус типа в 56. Следующий в 03. Если в 03 будет, то ок. Посмотрим. Может, даже на этот успею. Но бежать как-то особо не хочется, если честно, на автобус. Лифты, как всегда, где-то снизу. Минус первый, нулевой. О, 11. Нормально. Это близко. Можно ехать. Возвращаюсь к вам снова в квартире, с кухни. Я пришла домой. Капец у нас на улице. Вроде тепло, вроде температура на улице нормальная, но ветер это нечто. Какой-то такой прохладный вообще. Так задувал. И я была в пальто, так что хорошо, что я в пальто была. Хотя температура как бы нормальная на улице. Пришла домой. Жду, пока Никита придет, а он уже очень скоро придет, он мне звонил, мы с ним разговаривали, ему там оставалось ехать недолго, он уже там ехал в центре. И я пошла вот сейчас греть тут кушать, делать салатик, грею пирожку с котлетками вчерашними, котлетки все нормально, с ними все окей, реально походу фарш просто, запах такой странный имеет, индюшачий. Вот, и котлеты нормальные, все с ними хорошо. Никита сегодня ел, сказал, что все ок. И сейчас я грею пюрешку с этими котлетками нам на вечер. И делаю салатик с помидорчиков, огурчиков. У нас кукуруза есть, может еще лук добавлю. А вот и Никита пришел. И сегодня дверь не закрывала. И что там? Пришел домой. Что вам рассказать? Завтра четверг, завтра я одна буду работать, Люцины не будет после 12, не знаю, куда-то она уходит, я так подозреваю, что скорее всего на прививку. Сейчас все у нас там начали прививаться, делать эти прививки, и скорее всего она пойдет и не вернется, то есть пойдет сразу домой. Ну, многие так делают, они уходят, блин, в 12 часов дня на прививку, и потом такие сразу домой идут, потому что, типа, побочные эффекты, там, знаешь, и голова начинает болеть, это вся фигня. Вот, так что я завтра остаюсь одна, работы больше будет, и поэтому я надеюсь, что время очень быстро пролетит. Потому что сегодня что-то время мне так тянулось. Среда, два дня осталось. Да, фигня осталась, вот реально. Среда, это как середина недели, нам осталось вот отработать завтра. И последний день. И отлично. В пятницу мне нужно будет предупредить, что в понедельник я опоздаю на работу, потому что у меня медкомиссия на другую работу. А ты что там? Переодеваешься, да? Угу. Сегодня, представляете, но это уже Никита, наверное, вам чуть позже расскажет про курсы. Ребята, сегодня такие бабки можно было делать. Так, ребята, только что постримили. Играли в Fortnite, новый режим.
Вот, пару раз почти выиграли, но так нифига и не выиграли, короче, ужасно. Вот, сегодня, короче, еще такая фигня была, криптовалюты очень сильно упали вниз, и мы просто дерли волосы на голове, что нету лишних денег, чтобы их закупить по очень низкой цене. Эх, обидно было, там прям реально такие курсы сладкие-сладкие были, вообще можно было, блин, в два раза деньги, короче, поднимать, делать. Ну, что уж поделать, ну мы там немножко купили, конечно, сколько могли. Вот, и, ну ждем сейчас повышения курсов, они уже повышаются, они уже там, вот когда я вам это рассказываю, уже не сильно актуально, уже это, уже они там повырастали, уже, короче, можно было прям хорошо на этом заработать, да. Fortnite, еще раз говорю, играли, там новый режим, и мы его в два или три раза почти выиграли, и просто вот буквально капелька оставалась, и нас убивали, так обидно вообще, капец. Я уже пришла в спальню. У нас, блин, что не день, то какой-то день сурка. Все одно и то же. Ну, блин. Работа, дом, дом, работа. Скоро выходные. Это круто. Я пришла уже ложиться спать. Ну, сейчас еще не спать. Сейчас только смонтировать влог. Никита там играет в Hearthstone. Сидит в Дискорде, общается. И я ушла в спальню, потому что он сидит в наушниках. Из-за того, что в Дискорде как-то так очень странно. Если ты на колонках, то эхо у других, то есть они себя слышат еще. Если они что-то говорят, оно типа мы слышим через колонки, и этот звук от колонок переходит в микрофон, и тот же человек, что говорил, он прям вот отклик такой слышит, и это иногда очень сбивает, короче, очень неприкольно. Не знаю почему, но такое есть. Вот в Дискорде такое есть, в Скайпе такого нет. Не знаю почему, не знаю, с чем это связано, но... Вот, и поэтому Никита в наушниках, чтобы никому не причинять боль. И я это понимаю, я думаю, что окей, спокойно, сиди себе там, общайся, а я пойду в спальню, лягу в мягенькую кроватку и начну монтировать влог, потому что уже 10 вечера, 10-10. Никита сказал, что долго не будет, что в 11 уже придет спать, но посмотрим. В последний раз, это было, по-моему, позавчера, Никита сидел, играл. Я сказала, что я иду спать. Я пришла, смонтировала влог, легла спать, заснула. И потом такой Никита пришел. То есть он очень долго сидел. И потом, как он мне рассказал, что до 12. Я успела тогда заснуть, он пришел такой, там что-то ложился спать. И я такая, тихо-тихо-тихо, только не буди. Вот. И я вот на удивление, тфу-тфу-тфу, постучим по деревянной тумбочке, высыпаюсь эту неделю. И реально высыпаюсь. Мне тяжело утром встать, именно тяжело встать, потому что я не хочу вставать с кровати, но не тяжело встать из-за того, что я не выспалась и хочу спать, а просто потому что я не хочу вставать. Мне так классно, мне так тепло, одеялко мягкое, так вообще кайфово, но вставать надо. Ничего, осталось завтра, осталось послезавтра, по-моему, я говорила, что завтра Люцины не будет, поэтому завтра я буду сама. День должен пройти быстро, потому что будет больше работы, я все время там буду что-то делать, время будет лететь быстро, я на это очень сильно надеюсь, и все. И пятница. В пятницу мне нужно будет предупредить Люцина, что в понедельник я опоздаю где-то на час, может полтора, ну, не знаю насколько, но предупрежу в пятницу. Вот. Так что, ладно, все, опять я начинаю ходить во все дебри. Решила попрощаться в итоге с одной темы в другую, с другой в третью, в четвертую, в пятую. Всем спокойной ночи, всем сладких снов, всем до завтра и аривидерчи.